Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Так. Мы закончили у нас здесь это. Так. Что у нас тут? Арена какая-то. Короче, руки
разочарован, всадник. Отсюда ты выглядишь совсем маленьким. Сменишь точку зрения, когда я тебя убью. Посмотрим, насколько ты быстр, всадник, когда тебя несут лишь две ноги. Бла-бла-бла. Может, ты совсем спятил? Твой жеребец обезумел! Убей его! Хватит, говорю! Прикончи его! Руин. Я не ударю тебя. Глупец! Я приказываю, убей эту клячу! А если я откажусь, ты убьешь меня? Я сам приму решение.
вашего воссоединения слезы наворачиваются на глаза. Может, мы уже пойдем? Эта скотина — твой единственный шанс найти стигийца. Что-то светилось, как раз перед тем, как она тебя чуть не раздавила.
Но это только тренировка перед схваткой со стигийцем. Самым большим и сильным из них. Мать моя женщина, если это... Самый большой, то я... Thank you.
тебя уже хватит. Шопинг. Здорово, братюк. 8 погибли, осколок ярости. Жми пустой сосуд. Недуг. Твоя мудрость равна твоей силе. Угу. Так, 3000 осталось. Сколок ярости. Пустой сосуд неудержимый. Please take your time. Ты слишком давишь на меня, всадник. Скромный торговец может тебе. Продолжим как раз следующую серию именно с битвы босса. Цитадель.
офигенный прислужник, которого рядовые демоны посадили на цепь собачку. Ну ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Оставляем свои комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачной игры, всем спасибо и пока.